Здесь у меня хорошая оснастка стоит. Сейчас подсеку. Тут у меня креветина и крючок здоровый. О! О-хо-хо-хо! Не идет. Офигеть. Ух. Может, вручную попробовать? Не знаю. Блин. Хорошая рыба. Да чувствуется. Угу. Аж удочка в дугу. Блин. Да что ж. Да, наверное, не. Вручную руки боюсь порезать. Сейчас пойдем и это выкачивать будем. Если не уйдет, то хорошая рыба. Минус килок. Ладно. Уже на подходе где-то. Ого! Ого! Что я могу сказать, ребят? Хорошая рыба. А мне сейчас приехали ребята, которые местные, сказали, что мы неправильно ловим, здесь клевать не будет. Ну что, зачет, килограмма два. Класс. Да что ж такое-то? Я не успеваю удочку поставить. Есть. Хорошая. Блин, зачетная рыба. Не знаю, надо катушку какую-то другую. Кажется, она зацепила на все удочки. Не идет. Я ее туда. Она. Я ее. Да что ж ты творишь-то, рыба? Главное, чтобы не ушла. Я ее, главное. Я первый раз, наверное, зимой сталкиваюсь с такой рыбой. Либо сайдак очень крупная, либо я не знаю, что это такое. Ну прям. Уже руки болят. Да, зацепила она мне все удочки. Тихо-тихо. Охренеть. Влезет в эту? Влезет, но с трудом. Это сайда. Килограмм. Не, таких я рыбин не видел еще. Особенно сайдина. Она, да, перепутала все. Но я думаю, килограмма три, наверное. Вот это рыба, я понимаю. 5 баллов. За это, я думаю, лайк-то не грех и поставить. За такую рыбу.